Это человек так увлекся, что выпал из лодки, а та ушла вниз по течению. Другой смельчак, пытаясь переплыть реку, переоценил свои силы и стал тонуть на середине реки. А этот серфер неудачно упал с доски и не может доплыть к берегу. Дежурная смена на выезд, человека в воде. Если бы не подоспевшие спасатели, все три эпизода могли закончиться печально. В преддверии плавательного сезона профессиональный аварийно-спасательный отряд Центра гражданской защиты «Щелково» организовал на своей базе в парке культуры День открытых дверей. Ну, во-первых, я хочу, чтобы в этом новом плавательном сезоне летнем все люди получали удовольствие от солнца, от воды, от отдыха на пляже, и не было никаких трагических последствий. Поэтому проводим это мероприятие. Те, кто пришел на День открытых дверей, пробовали управлять бронспойтом, бросать спасательный круг, целясь по мишени. Три, раз! Два, три! Тут очень интересно стрелять, любоваться пожарными машинами. Все интересно, первый раз, и я надеюсь, что мне это, к счастью, никогда не пригодится, но нужно знать, как правильно себя вести на воде. Очень хорошо пролить. Активно работаем. Быть в гостях у спасателей и не попробовать противопожарное оборудование, ну, конечно же, такого не бывает. За моей спиной пожарный ранец Ермак, а в руках ручной насос. И мы тушим условное возгорание. Ну что ж, приходится приложить много усилий, чтобы справиться с огнем. Благодаря нашему главе Андрею Алексеевичу Булгакову мы на базе наших спасателей проводим показательные мероприятия, как спасают тонущего на воде, как спасают человека, который начинает тонуть. Раньше я тоже не думал, что это очень тяжело, но попробовав кинуть круг, что это нужен навык, и наши спасатели это продемонстрируют постоянной тренировкой. У щелковских спасателей есть свой талисман – корги Маруся, вокруг которой образовался сплоченный корги-отряд. Хозяева и их четвероногие питомцы прошли полосу препятствий и веселые корги эстафету. Старт! Внимание! Марш! Марш первый! Как всегда. Великолепная атмосфера, все очень классно, мирно, дружелюбно, много собак. Супер! Еще один конкурс на лучший рецепт домашнего печенья придумали владельцы корги. Фантазия пекарей превзошла ожидания жюри. Да, вкусно. Победители не ушли без подарков, а гости без угощений. За чаем они отметили приближающийся летний плавательный сезон, который, судя по календарю, наступит совсем скоро. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.